Махатма Ганди – всемирно известный индийский общественный деятель, политик, борец за независимость Индии. Он разработал тактику ненасильственной борьбы – сатьяграху. В Индии его называют «отец нации». У Бога нет религии. Лучший способ найти себя – перестать прислуживать другим людям. Я против насилия, потому что, когда кажется, что зло делает добро, это добро ненадолго, а зло остается навечно. Какая разница для мертвых, сирот и бездомных, во имя чего творятся произвол и разрушение, во имя тоталитаризма или во имя священной демократии и либерализма? Прощать более мужественно, чем наказывать. Слабый не может прощать. Прощение есть свойство сильного. Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность. Нет правды в человеке, который не в состоянии контролировать свой язык. Важно само действие, а не его плоды. Вы должны творить добрые дела. Может, не в вашей власти или не пришло время получить какие-то плоды. Но это не означает, что вы не должны творить добро. Вы можете никогда не узнать, каким результатом привели ваши действия. Но если вы ничего не сделаете, результатов не будет. Любой поступок в вашей жизни может показаться ничтожной малостью, и все равно крайне важно его совершить. Вы не должны терять веру в человечество. Человечество – это океан. Если несколько капель в океане грязны, океан не становится грязным. Я всегда повторял и буду повторять, что обманщик в конечном счете обманывает самого себя. Богу угодно качество нашего труда, а не его количество. Если ты хочешь перемену в будущем, стань этой переменой в настоящем. Духовные отношения гораздо ценнее физических. Физические отношения без духовных – то же, что тело без души. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Хорошее семя, брошенное в душу ребенка, не пропадает даром. Вы можете никогда не узнать, каким результатом привели ваши действия. Но если вы ничего не сделаете, результатов не будет. Слабые никогда не прощают. Умение прощать – свойство сильных. В молитве лучше иметь сердце без слов, чем слова без сердца. Живи так, будто завтра умрешь, учись так, будто проживешь вечно.
Грамм собственного опыта ценнее тонны наставлений. У меня есть только один тиран, тихий голос моей совести. Не будь у меня чувства юмора, я давно бы покончил с собой. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Счастье – это когда то, что ты думаешь, говоришь и делаешь, находится в гармонии. Молитва – ключ к завтрашнему дню и дверной засов для вчерашнего. Давая образование мужчине, мы обучаем одного человека. Давая образование женщине, мы обучаем целую семью. Я рассчитываю только на хорошее в людях. Я сам не без греха, и потому я не считаю себя вправе заострять внимание на ошибках других. Если желаешь что-то изменить в личной жизни, начни с себя. Это не просто, зато результат будет грандиозным. Сила не зависит от физических возможностей. Ее источник – неукротимая воля. Это не очень мудро – быть уверенным в собственной мудрости. Необходимо помнить о том, что сильнейший может проявить слабость, а мудрейший может допустить ошибку. На протяжении моей жизни я извлекал больше пользы от моих друзей-критиков, чем от поклонников, особенно если критика выражалась вежливым и дружеским языком. Истинная дружба – это тождество душ, которое крайне редко встречается в нашем мире. Только между родственными душами возможна достойная и крепкая дружба. Такие люди живо реагируют друг на друга. По этой причине в истинной дружбе редко приходится что-то менять. Любовь никогда не требует, она всегда отдает. Любовь страдает, никогда не сожалея об этом и никогда не пытаясь отомстить за себя. Если вы сможете изменить самих себя, то вы измените мир вокруг себя. Если вы измените свои мысли, то изменятся ваши чувства и поступки. И благодаря этому мир вокруг вас изменится. Истинная красота заключается все-таки в чистоте сердца. Человек – это продукт своих собственных мыслей. О чем он думает, тем он и становится. Ваши убеждения становятся вашими мыслями. Ваши мысли становятся вашими словами. Ваши слова становятся вашими действиями. Ваши действия становятся вашими привычками. Ваши привычки становятся вашими ценностями. Ваши ценности становятся вашей судьбой. Принцип «Око за око» сделал мир слепым. Это всегда было тайной для меня,
как люди могут уважать себя, унижая таких же, как они сами. Тот, кто утверждает, что религия не имеет ничего общего с политикой, не знает, что такое религия. Если ты столкнулся с противником, победи его любовью. Бог разговаривает с нами каждый день. Мы просто не знаем, как его услышать. То, что нас разрушит, это политика без принципа, удовольствие без совести, богатство без работы, знание без характера, бизнес без нравственности, наука без человечности и поклонение без жертвенности. Символ справедливого суда – весы, которые спокойно держит беспристрастная, слепая на оба глаза, но прозорливая женщина. Судьба преднамеренно ослепила ее для того, чтобы она судила о стоящем перед ней, основываясь не на внешнем облике его, а на внутренних достоинствах. Скверная привычка утверждать, что другие мыслят неправильно, а мы правильно, и что те, кто придерживается иных с нами взглядов, враги Отечества. На обещание любого человека можно положиться во многих вопросах, за исключением денежных. Полезное и бесполезное, как вообще доброе и злое, развивается совместно, а человек должен уметь сделать для себя выбор. Сила в отсутствии страха, а не в количестве мускулов на нашем теле. Человек должен забыть свой гнев перед тем, как лечь спать. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал.